У нас появился план. Мы захватим караван речных торговцев и на буксире проберемся на мост. Но пока караван не прибыл, полковник разрешил мне отправиться за пассажирским вагоном, о котором рассказала Катя. Для этого нужно сначала попасть в терминал и забрать оттуда дрезину креста. Неплохая возможность получше разведать окрестности. Спасибо вам с Артемом, что помогли нам. Без вас не знаю, что с нами было бы. Проклятое здесь место не иначе. Еще и Силантиет. Кстати, не стоит раньше времени благодарить. Не очкуйте, все будет замечательно. Удачи пожелать. Конечно, так. Артем, пусть вас Бог хранит. Спасибо, спасибо. И вам, Степа, спасибо. Да что вы. Эй, молодцы не какие. Так, в какую сторону мне шлепать? Так. Вы ведь на задание, так, да? Что такое? Да, я ты тоже пойдешь? Хотела. Вон там баки Давай. Большие. Если встретите там моего Мишку, принесите, пожалуйста, а? Его демон украл. Хорошо. Летающий, страшный. А они там живут. Да. Он демонятов своим унес, ага, наверное. А я сильно по нему скучаю. Обязательно верну. Хотела в гости пойти, но мама не разрешает. Обязательно верну. Там ведь электрические демоны тоже есть. Правда, правда. Они ночью появляются и светятся. Красивые. Но тоже страшные. Немного. Хорошо. Все? Пожеланий больше нет? Артём, так, как мне то я идти? Ты меня проводить хочешь, поблагодарила, да, как следует за то, что ты меня из того подвала вытащил. Знаешь, я когда туда провалилась, даже не испугалась. Ну давай, Дёсна, поблагодари меня. Потому что знала, что ты придешь и спасешь меня. Спасибо, любимый. Ну, беги. Возвращайся скорее. И отрыдаться, и держись подальше. Ай, спасибо. Конечно. У тебя брекеты стоят, что ли? Что-то губёшка у тебя вытягивает. Артём, ты же к терминалу? Может, князя встретишь? У него там НП на мосту в вагоне. Так что ты его расспроси, что да как, чтобы не ломиться с шашкой наголо. Ну, ты понял. Ну и еще. Вон вышка справа, видишь? Понял. Видел там людей. Я думаю, бандиты местные. За нами наблюдают. Оттуда еще гитару было слышно. Ботняк орали. Степан еще сходить отобрать хотел. Чтоб, значит, над инструментом не издевались. Ну, перестреляю всех, все. Может, освободишь гитару от оккупации? Порадуешь товарища. Степа, знаешь, какой репертуар? Русский рок, классика. Удачи, брат. Да. Давай, давай. У тебя будут пожелания какие? Не? Патронов бы мне отсыпали, вы, конечно, лучше. Так, хорошо. У меня задача, значит, или ночью идти во время демонов, или днем против бандитов. Я бы хотел идти против бандитов, конечно. Потому что там будут припасы. От демонов-то все равно толку никакого. Так, гитара вижу, Мишку вижу. Так, и крест вижу. Ну, погнали тогда. Так, и на ночлежку какую-то. Найти ночлежку, чтобы... Так. Чтобы переключиться на день. На дневное время, так сказать. Так, нам по вагонам лучше, да, идти? Может, там что-то полезное быть? Радиация, к примеру. Уже рычат там везде. Да, мне какая-то ночлежка нужна. А я там... Кстати, в поезде я не мог, да, поспать. Так давайте-ка я проверю сейчас в поезде, чтобы на день переключиться. Может, получится. Переспать ночь. Всем здорово. Я передумал, я вернулся. Так, тут какой-то спальник. Не мой. Вот как до 50 километров доходит, знаешь?
Так, здесь я могу где-то переспать? Нет. И здесь я тоже явно переспать нигде не могу. Блин. Плохо. Просто реально, воевать лучше против людей. У них хоть ресурс будет какой забрать. У демонов-то забрать нечего. Ладно, давай еще раз. Вторая попытка. Так, на вышку, значит, да? Бля, вон уже ползает. Ублюдки. Вот ты пес, блин, а? Какой слабый, что ли, пес? А, к другу пришел, что ли? Это хорошо, что друга навестил. Молодец. Похвально. Так, радиация. Хлам. Кто там уже бегает? Все, оббегался. Шариков мало, шариков мало. Так, чтобы не так быстро выдыхаться, на бегу спрячьте оружие, удерживай. Ага. Я, кстати, была такая мысль тоже. Чтобы оружие убирать, тогда... Так, а зачем наверх? Стрелочка наверх показывает. Так, да, мне, конечно, переспать было бы неплохо. Но, видимо, не судьба. Так, давай-ка я шариков сделаю сразу. Блин, у меня ресурсов мало, конечно. Надо как-то экономнее с этим делом. Так, противогаз. Снять, чтобы не разбить его. Так, вон банда у нас там. Вот мне интересно, банда. Так, они сразу будут убивать меня или нет? Какие-то упыри над пленником, да? Издеваются. Отпустим. Ну а то, бля. Спасибо вам. Спасибо. Да, фрейрок, херовый фейрок. Замашлять. Так, что, попробуем по-тихому как-то. Бля, убили, черти поганые. Так, если я перезагрузить, так, быстрая загрузка.
Вы уверены, что хотите теперь загрузить, не сохранив данные, будут потеряны? Да. Я хочу попробовать спасти чувака этого. Так, откуда сейчас он у меня будет? Вот, отлично. Так, это ладно, жив. Уже отлично. Так. Не так, реально не так. Сделали красиво. Очень хорошо. Так, у меня на вышке там будет, да, чувак? Так, что-то радиация. Попробовать этого освободить сначала. Потом разобраться с другим. Так, чувак. Блин, я не могу тебя отпустить, да? Я тебя не могу отпустить, извини. Нету кнопочки волшебной. Так, а за разборку оружия, я так понял, тоже запчасти дают? Да? Отлично. И чем мы, блядь, топчемся тут? Что-то ложки залетные. Имел я в виду такие темы. Так, это с фонариком наверху. Пускай там и будет. О, ай, ушел. Ушел. Это что там за нах, бля? Так, я не хотел брать это говняное оружие. Так. Помогите! Помогите, рыбы, прошу! Кто там рычит-то, блин? Вот он, красавчик. Спасибо тебе, добрый человек. Я с моста шел. Отец Силантий Епитемию наложил в дом царь-рыбы пойти. А меня вот эти схватили. Все, можно развязать тебя? Я вижу, ты из этих еретиков. Но все равно. О, отлично. Тут живи, на острове брат, схрон. И борта. Иди, молись. Нам там нельзя, грех водяному зверю. Тебе пригодится. Я тут оклемаюсь чуток назад. Я за тебя, царю нашему, молиться буду. Может, и отмолю грехи твои. Эй. Вот, спасибо. Спасибо. Давай, удачи. Вот, за схрончик-то, конечно, это. Респектик. Так, где эти гады? Есть еще тут гады какие? Так. А эти такое делись-то. Все. Пропали без вести. Раненые убежали, что ли?
Так, этот трупик лежит. А тот трупик пропал, да? Так, у меня там дверь еще какая-то есть. Так, схрончик. Куда он показал? Где схрончик? Так, куда я кручусь? Не вижу. Так, схрончик где-то там. А. Вот на том острове, получается. Как туда добраться, будет вопрос. Ну, я думаю, доберемся. Семен, мост все. Диктанты теперь на коне. Я четверть так, груза еще давал, наверх можно слушать добраться. Не хотят. Бросай, мол, дизель тогда. А на ручной дрезине поспать? Я манал платформу 200 нет. Километров толкать. Понятно, нагорели уже. Серегу отправляю к тебе. Он письмо и отвезет. Дизель, поспать не судьба. Братьям. Они нормальную цену давали. И бейте тот паром. Или баржу самоходную. Или буксир. Ты понял, Семен? Не торгуя. Так, музычку послушаем. Любое корыто будет на вес золота. Но если быстро обернемся, отыграем. Еще и с прибытком. Да возьмем. Время, деньги. Так, гитару мы забрали. Так, мы то переместимся туда и там на полуостров, наверное, там, да? Получается. Так, на полуостров нам надо. Стрелочка, стрелочка, где увидеть стрелочку? Вот или туда, или сюда. Наверное, туда быстрее всего. Наверное, да. Да, по красу. Подготовимся. Что у нас по патронам есть? Достатки. 18. 18, если что, дробовик. Блин, мне кажется, или там как раз вот по перешейку этому туда перемещение. Видимо, да. Погнали. Блин, там гоблины вон стоят уже. Уже гоблины стоят вон. Блин, там много их. Придется перестреливать. Это прыгаешь, иди сюда. Прыгает он. Блин, там реально много их. И сороконожки тут. Вообще так жирненько получается, я прилетел тут. Да не дергайся ты. Дергаются.
О, там стоит уже белый снежный человек. Он где-то рядом еще рычаг. Подо мной нигде нет. Рычат-то знатно. Так, вот это что, улитку надо. Она спряталась куда-нибудь. Прячься отсюда. Так, ладно, что, надо идти. Так, там молнии. Значит, все-таки ночь сейчас. Значит, ночь. Так, а молнии вообще бесхозно сами входят и убивают всех. Если я правильно понимаю. А эти убегают от молнии. Так, далеко ты? Молния, молния. Так, ты куда идешь? Туда, да, идешь? Хорошо. Сюда идешь? Тихо-тихо, сейчас убегу. Так, 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 вставай, давай, иди сюда. Ох ты, блин, мать моя женщина. Ух ты, блин, меня шарахал этот парашют. Нифига ж. Вот шарахнул, так шарахнуло. Вот я. Так, у меня шарики заканчиваются. Нужны шарики. Артём, мельник на проводе. Даю координаты князя. Он в дозоре, мост караулит. Встретишься с ним, получишь последние данные по окрестностям терминала. Конец связи. Так, куда мне пробираться надо? Чё там, водичка булькает? Так, да, вот туда. Туда мне и надо. Хорошо. Конец связи. Опа. Что это у нас здесь такое? Так, что-то у меня
высвечивался. А что он так канистр проверяет, интересно? Так, я так понимаю, нам сюда заправить, да, вот этот трансформатор-то. От топлива надо, что ли? Ага. Нужно топливо, и тогда мы что-то запустим. Пошли искать топливо. Что-то мы запустим. Питание у нас будет дано в дом в этот. Вот, гляжу, гад на нас дура это. Здоровые, ревет, грохочет, дым во все стороны. Я только и успел, что Господь сохрани сказать, а уже и всю заставу нашу разметало. Еле ноги унесли. Так, это... Вот уж бесовство. Хитрая ты система. Ты кто пожаловал. Ну, здравствуй, еретик. Пришел верных испытать? Оружием своим нас пугать хочешь? Не выйдет. Ишь, каков смельчак! В мирных людей ружьё тык! Ишь, лампы заской не светит, ствол спрятал. Гляди, хоть и еретик, а все ж с человеческим охождением. Понимание какое-то есть. Может, и не совсем пропащая душа. Да где там... Но у них, у еретиков, так, есть вообще душа-то. А ты глянь, какая бронь у него. Не сразу понимаю, видно, нечестиво. Воинам-подвижникам бы это... Ну, только чтобы ее отец Силантий осветил сначала, понятно. Так мы, бань-там, этим пришлым ни за что бы не уступили ни депо, ни выку, ничего. Все наше было бы, в капусту бы их покрошили. Нет, это не бандиты. Соблазн техникой, могущество бы ее... Да я вот не... Чёрт. Да иди ты в жопу, а. Чего тут выпендриваетесь-то, а? Да по-сухому все одно хотите пасть. Топливо дайте, барбосы. Всерьез решили сектантов с мозга выкинуть. Кругом их лагеря. Так, помойки, здесь, понятно, у вас лодочка, дальше поплывем, да? Лютую страсть сектантов, как тех курильщиков. Да, правильно, схрончик у нас здесь получается. Не фанатики в нервы его горло. Давайте еще раз. Вопрос в топливе. А это у нас, вот отлично, вот у нас и комнатушка, то что надо. Так, что тут, ружье какое-то, разберем.
Так, ну что, все у меня отлично. Надо как-то до утра, да, переспать, наверное. И дальше разбираться тут с топливом.